У нас реконструкция велосипеда ХВЗ, рама спецзаказ, вилка спецзаказ, а все остальное у нас идет немножко переделанное. Поставили колеса на промах, чтобы они сюда влезли, поставили вместо конусной гайки обычную гаечку, и все зашло очень хорошо. Разные тормоза получились, потому что здесь, к сожалению, нет упора. То есть такова конструкция вот этих чашек на рулевой, что сюда нельзя поставить упор под тросик. Поэтому поставили тормоз, у которого упор под тросик есть на самом тормозе. Другой здесь баран, другой вынос. Седло, не знаю, оригинальное или нет. И современный переключатель, потому что, к сожалению, петух был приварен, как-то деформирован. Вот так вот подточили и поставили переключатель, который крепится на ось. Ну и трещотка на 5 скоростей. Такой вот небольшой обзор на восстановление велосипеда с необычными перьями заднего треугольника.